Здравствуйте! В эфире еженедельные новости «Смоленская АЭС» в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Мы новички в атомной отрасли, и много вопросов, которые касаются эксплуатации, для нас еще пока не до конца остаются выясненными. Белорусские атомщики планируют использовать опыт «Смоленская АЭС» в области системы управления. Это обмен опытом различных станций, как они на самом деле решают проблемы. Вопросы повышения эффективности сбыта электрической энергии обсудили участники выездного совещания на Смоленской АЭС. На каждом этапе мы брали первые места, поэтому чувствовали себя уверенно очень. Открытое первенство Смоленской АЭС по гребле на лодках «Дракон». В субботнике участвуют организации, градообразующие организации: атомная станция, Атомтранс, ЭЦМ, ЭЛС, МУП ККП, Никим-то там строй. Предприятия Десногорска объединились, чтобы провести экологическую акцию. Старалась, конечно, весь год, чтобы добиться этого результата. 30 школьников стали финалистами отраслевого проекта «Портфель пятерок». На Смоленской АЭС в работе первый и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 2054 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 31 мая находится в плановом среднем ремонте продолжительностью 170 суток. Выработка электроэнергии за 13 дней июня составила 588 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 27 миллионов. С начала года выработано 9,3 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 491 миллион. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской станции побывала делегация строящейся Белорусской АЭС во главе с заместителем генерального директора Евгением Червяковым. Специалисты отдела качества и планово-экономического отдела строящейся станции посетили Смоленскую АЭС с целью получения от опытных коллег информации о создании интегрированной системы управления в период эксплуатации и общих вопросах функционирования АЭС. Встреча состоялась в рамках программы Московского центра ВАО АЭС по обмену опытом. Мы новички в атомной отрасли, и много вопросов, которые касаются эксплуатации, для нас еще пока не до конца остаются выясненными, поэтому мы обратились к руководству вашей станции с просьбой познакомить нас с различными вопросами, касающимися эксплуатации. По словам Евгения Червякова, население Беларуси с одобрением относится к строительству АЭС, понимая, что альтернативы атомной энергетики нет. В Республиканском министерстве энергетики станцию называют важным проектом зеленой экономики. Ее ввод внесет большой вклад в экологическую составляющую, снимет высокую зависимость от углеводородов, обеспечит вывод устаревших и малоэффективно генерирующих мощностей, повысит энергетическую безопасность государства, поднимет на качественно новый уровень его экономику. Вопросы повышения эффективности сбыта электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности обсудили участники выездного совещания, представители центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», системного оператора, начальники производственно-технических отделов, руководители отделов и групп коммерческого диспетчирования российских АЭС, которое прошло на Смоленской станции. Приветствуя участников совещания, главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко подчеркнул важность работы служб коммерческого диспетчирования, от деятельности которых во многом зависит общая структура выручки концерна «Росэнергоатом». Перечень вопросов, которые мы обсудили, он достаточно широк, но я бы остановился на одном из них, что наиболее важно для нас. Это обмен опытом различных станций, как они на самом деле решают проблемы, какие вопросы возникают у них при взаимодействии с системным оператором и как они выходят из сложных ситуаций. Участники совещания обсудили порядок взаимодействия служб коммерческого диспетчирования с оперативным персоналом АЭС, формирование информационного пространства по отражению результатов работы станций на оптовом рынке электричества и мощностей,
подходы и методы повышения эффективности реализации электроэнергии, методы минимизации потерь по оплате мощности. Открытое первенство «Смоленская АЭС по гребле на лодках «Дракон», посвященное Дню России, состоялось на водохранилище Десногорска. Участниками соревнований стали 9 мужских и женских команд из Москвы и Десногорска. Наш город представляли 3 команды «Смоленская АЭС», профсоюзной организации и команды «Электроцентрмонтаж», «Атомэнергоремонт» и «САЭС-сервис». Соревнования – наш праздник, это всегда праздник для спортсменов. Это есть возможность показать себя, показать те возможности, которые у нее есть, чего достигли, посоревноваться, где-то скорректировать свой тренировочный процесс. Как для спортсмена, так и для тренера. Знаете, что радует? То есть вот с каждым годом, с каждым нашим построением мы все ближе и ближе к воде, нам не хватает места, это здорово. Глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин и генеральный директор САЭС-сервис Эдуард Синовоз пожелали участникам соревнований бескомпромиссной, интересной борьбы и удачи. Всем командам предстояло преодолеть дистанцию в 1500 метров с гандикапом. Мужчинам дополнительно 1000 метров, женщинам 500. В результате напряженной борьбы среди женских команд бронзовыми призерами стала команда «Смоленская АЭС-сервис». Серебряные медали завоевала команда «Московские драконы». И первое место у команды ЭЦМ «Смоленск». Поделитесь секретом успеха. Ну что же все-таки, это тренировки упорные или что-то еще? Ну, во-первых, дружный коллектив, это первое. Воля к победе, потому что мы здесь все не профессиональные спортсмены. Мы просто решили сначала изначально собраться, просто фитнесом позаниматься. И вот наш фитнес превратился вот в такую замечательную дружную команду. А во-вторых, поддержка. Поддержка семьи, поддержка на работе. Это все очень важно в связи с тем, что все эти компоненты, они нас составляют наш весь успех. Непривычная дистанция, 1,5 километра, это такая нестандартная, так сказать. И тем более еще ветер приличный. В общем-то, мы прошли, конечно, хуже, чем мы могли бы пройти. Среди мужских команд третье место заняла команда турбинного цеха «Импульс». Второе место у команды «Атом-2». Первое место заняла команда «Атом-1». Эти соревнования были довольно интересны, потому что дистанция была придумана такой, что она нестандартная и состояла из 3 этапов. 3 участка надо пройти, и мы суммировали общее время. На каждом этапе мы брали первые места, поэтому чувствовали себя уверенно очень. Всем победителям и призерам вручены кубки, медали и грамоты. Награждая победителей, председатель профсоюзной организации Юрий Кузнецов отметил, что для «Атома» домашние соревнования стали хорошей тренировкой перед чемпионатами России и Европы. 15 июня в Твери пройдет Кубок России. Победители в микстах поедут защищать честь России в Америку на чемпионат мира. В июле команда «Атом» поедет на клубный чемпионат мира в Венгрию. В яхт-клубе уже подрастает смена юных спортсменов. Секция водных видов спорта существует давно. Занятия проводят 2 тренера. Мы тренируем байдарку, каноэ для детей возраста от 9 лет и до 16 лет. У нас сейчас на данный момент 2 группы. Младшая группа 25 человек и чуть постарше группа 20 человек. Сейчас вот еще пришли 5 человек, записалось. То есть ждем еще всех желающих, кто желает записаться от 9 лет и старше. Инвентаря хватает. Мы занимаемся летом на воде. Зимой у нас тренажерный зал. Плюс мы посещаем еще бассейн поэтому во дворце молодежи. Бассейн. И плюс там же играем в футбол. В настоящее время проходит набор детей с 9 до 11 лет на секцию гребли на байдарках и каноэ. И с 13 до 15 лет на секцию гребли на лодках «Дракон». Запись проходит в яхт-клубе со вторника по пятницу с 14 до 17:40. Смоленск АЭС и администрация города при поддержке Совета руководителей провели в Десногорске экологическую акцию по очистке и благоустройству территории парковой зоны между первым и вторым микрорайоном. Сегодня мы выполняем работы по очистке территории парка от кустарника, деревьев. В субботнике задействовано 10 единиц техники. Это решение было принято на Совете руководителей. В субботнике участвуют организации, градообразующие организации «Атомная станция»,
Атомтранс, ЭЦМ, ЭЛС, МУП ККП, не кем-то там строй. В парковой зоне между первым и вторым микрорайонами убраны сухие ветки, поломанные деревья и мусор. Парковая зона между первым и вторым микрорайоном участвует у нас в программе формирования комфортной городской среды. На сегодняшний день у нас идет укладка плитки, потом будет установка бордюров, установка малых архитектурных форм. Экологическая акция по наведению порядка в садоводческих товариществах на территории Кукуевки, предложенная муниципалитетом, уже стала доброй традицией. 7 июня техника, предоставленная предприятиями города, вывезла мусор с территории 1, 2 и 3 поля. Координировала работу служба благоустройства города. Эта акция должна продолжать свою деятельность, так как и в этом году также у нас проводится субботник. И тоже с помощью администрации и с помощью атомной станции. Большое всем спасибо. Экологическое движение по уборке и благоустройству Десногорска будет продолжено и в следующем году при поддержке Смоленской атомной станции, администрации города и Совета руководителей. Итоги отраслевого проекта «Портфель пятерок» подвели на торжественных встречах в Десногорске. 30 учащихся старших классов школ, чьи родители работают на Смоленской АЭС, показали отличные успехи в освоении профильных предметов – алгебры, геометрии, физики, химии – и собрали свой портфель пятерок. Сегодня на школьной скамье – это у вас работа. И оценкой вашего труда, извините за тавтологию, являются те оценки, которые вы получили сегодня по итогам года. Учитывая, что оценки хорошие, значит, эту работу вы выполняете достойно, и, как говорят на предприятии, достойно еще и премии дополнительного вознаграждения. Награждение прошло в интерактивном демонстрационном зале информационного центра «Смоленская АЭС» в Нитрино, где ребята также смогли получить новую информацию о «Смоленской АЭС», в интерактивной форме узнать о работе атомных станций, роли САЭС в регионе и концерне и испытать свои знания в викторине. С большим энтузиазмом к ним присоединились и родители. Я старалась, конечно, весь год, чтобы добиться этого результата, потому что иногда это было очень непросто. Призы очень стимулируют дальше учиться на одной пятерке. Проект «Портфель пятерок» призван поддерживать стремление школьников к достижению высоких результатов в учебе, особенно по профильным техническим дисциплинам. В нем участвуют учащиеся с 7 по 11 классы, чьи родители работают на атомной станции. Согласно условиям проекта, необходимо иметь отличные оценки по алгебре, геометрии, физике и химии и не ниже 4 баллов по остальным предметам. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей, до свидания.